ёбаный в рот, мы удираем от бродячих собак. О, чуваки, фэншуй, стопроцентный, блядь, мазафака. Повторяйте лозунги, слава Лизардии. Делитесь этими видосами в доступной соцсети и ставьте лайки и, блядь, все такое, потому что сегодня у нас стопроцентный фэншуй с Гермесом. Идем в ебенях гуляем, а куда, а зачем, а кое-куда, а кое-зачем. Вот, интересное, кстати, тоже местечко. Пойдем, зайдем. Давай зайдем туда. Так, вот мы идем, хуй пойми где, хуй пойми куда. Вот, и мы можем на самом деле пойти экстремальным путем, экстремальненьким. Вот, но я тут уже ходил, в принципе, когда-то давным-давно. Просто вообще тот, кто знает, тот ничего никогда не узнает, как говорится. Блять, мазафака. Какая-то игрушка на кресте распятая. Где? Вон, видишь. Где, блять? Вон, вон туда смотри. Вон. Ну ты ёбнула вон. Совсем. Ага, я понял. Игрушка на кресте распятая. Чего, блять? Ёбаная жопа, что? Кладбище игрушек. Кладбище домашних игрушек. Да. Блять, кладбище. Какая-то мистика сейчас начинается. Гермес тянет. Гермес туда как бы и хочет. Так что пойдем посмотрим, что там за кладбище игрушек, блядь. Так, вот. Ну это не кладбище игрушек, это, блядь. Да, ну ты сказанул, конечно, блядь, кладбище. Просто на игрушкой. Да. Ой, блядь, да. Ну каким вудаизмом? Ну тут, конечно, блядь, это немного крипово, да. Это, блядь, немного крипово. Ну что поделать-то? Речка, блядь. Я разработал целую систему крепления для Гермеса, как бы охуительно удобно, да. Пиздец, просто. А я так обычно его и вожу. Да. Конечно, Гермесу шею вообще не жалко. Вот тянет и тянет, несмотря на то, что мы ему злой ошейник-то купили. Это злой ошейник. Строгий. Строгий, да. Он, если что, впивается ему просто в шею, там, блядь, шипами, да. И он все равно тянет, ему похуй просто. Так же, как вот не жалеет нос жадный объебос. Также вот и Гермес шею не жалеет, как бы. Да ладно, не еби мозги, слушай, ты это самое, а что ты включаешь режим злой мамочки, блядь? Нельзя, нельзя, блядь. Да ты, блядь, ёбнулась, это... Он не такой тупой, чтобы полезть на шоссе и там ебануть. Фэншуй, чуваки, мазафака, блять, гуляем, ёбаная жопа. Гуляем мы, конечно же, в полнейших ебенях. Не, ну а чё, нормальная дорога, как бы, тут даже кто-то уже ходил, мазафака. Тут даже кто-то ходил уже, и мы даже по ней куда-то допридём. Даже какие-то гуси ходили, походу. Или типа того, хрень. Гермес-то как радуется, что его отпустили, да? А Гермес-то радуется. Собачка радуется, что отпустили собачку. Погулять да побегать, да? Да. Да, мы идем. Кое-куда и кое-зачем. Гермес. Ах ты собачка. Блять.
Так. Гуляем с Гермесом в ебенях. Эстетика ебеней. Вот это можно было бы даже поджечь. Вообще крутая штука. Да, это водоем, смотри. Или просто лужа большая. А, локация мокрый лед. Да всем тут похуй на то, что я ору, вон самолет летит, блядь. Вон самолет летит, только там люди. А, да еще и где-то сзади. Поэтому можно разговаривать, блядь. Гермес, а что ты не пользуешься тем, что можно уделать? Блядь, абсолютно легально. И никто и не заметит. Просто Гермес собачка. Гермес, ты собачка. Кое-где. Кое-где. Собственно, вот оно кое-что. 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 Блять, чувак. Еще кое-что. Да. Кое-что. Кое-что. И вот еще кое-что. 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 Встречаем 21-й год. Откровение звезд. Знаки судьбы. Спецвыпуск номер один. Пожелаю избудется новогодние мечты по заказу. Максим Галкин. Друзья, меня зовут Мак, блять. Полный астропрогноз 2021, роковое кольцо Сергея Есенина, предсказание Павла Глобы. Охуеть интересный, охуенные журналы тут, чуваки, мазафака. Это еще, наверное, далеко не все. Блять. Гермесина сидит и ждет нас, пока мы жрем на этой долбанной заправке, чуваки. Вот, ну ладно, пошли дальше в ебенях гулять. Гермес отвязывает. Гермес уже. Че ты, он такое показывает? Он типа. Мы его вчера наказали, когда он со стола жрал. Он думает, что да, это вот, наказание. И мы его заперли на 5 минут на балконе одного. И он думает, что мы его наказали опять за что-то, видимо. Типа оставили одного. Он такой, да я хороший, я ничего не делал. Простите меня. Ну, не да. Оставлять. Главное, он, пока мы там были, он не пытался убежать. Там как сел, так и сидел вообще. Ну, да. Не спускался даже, офигеть. Мог вот так вот бегать. Ну да, молодец, хорошая собачка. Ладно, пойдем. Да, но в итоге кофе, блядь, разлился из-за ретроградного Меркурия, блядь, мы отпустили его. Гермеса, который прыгнул на меня лапами и уронил кофе просто. Только все разлили из-за Гермеса, потому что он начал скакать, ебаная жопа. Плохая ты собачка, отпустили его без поводка, блядь, и мы просрали кофе, блядь. Не. Ладно, придется смириться с потерей кофе и как-то жить дальше. Чуваки, мы вообще хуй пойми где, блядь, идем вообще непонятно. Вот тут как будто следы какие-то, да? Как будто сюда на самом деле даже кто-то ездит. Но кто, блядь? Но кто, блядь, и нахуя здесь вообще появляется? А, кроме нас, блядь, конечно же. Мы-то понятно зачем. У нас тут, нам тут было нужно. Нужно кое-что. Но мы это кое-что как бы купили и просрали, да. Вот. А что же нужно тем, кто приезжает сюда не за этим, интересным? Напишите об этом свои догадки в комментариях, господа. Нахуя надо сюда ходить?
еще даже не ходить, а ездить на машине, блядь, потому что это следы от машин и от снегоходов. От снегоходов, чуваки, походу здесь у нас, короче, ездят снегоходы. Это такие вот снегоходы, такие гусеничные. Это же гусеницы, блядь. Интересно, тут проехался снегоход и просто повалил нахрен все деревья. Интересные места. Блядь, осторожно, глаза себе не выколи этими. Значит, да. Ну вот и пизда пришла моим ботинкам. Ёбаная жопа. Итак, подходит история наша к концу о том, как мы с кошкой и Гермесом ходили кое-куда, кое-зачем и купили там кое-что. Фэншуй, слава Лизарди, чуваки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на основной канал, если не знаете о его существовании, блять, каким-то раком и хером, да? Фэншуй, чуваки, мазафака, у.